На новый уровень вышло оказание медицинских услуг в ветеринарной лечебнице номер один. В ветклинике, которая находится в заводском районе, был проведен масштабный ремонт и закуплено современное оборудование. Насколько эффективнее стало проведение консультаций, выяснила Елена Губенкова. Ваша задача делать следующим образом. Нижнее веко мы оттягиваем, вот так вот образуется карман. Вот капельку туда, веко чуть приподняли. Это важный аспект. Офтальмолог от Бога, говорят о нем коллеги. Евгений уже 9 лет практикующий врач. И хотя его пациенты не могут сказать спасибо, они все равно благодарны. От заболеваний глаз Евгений вылечил уже не одну сотню животных. Говорит, еще несколько месяцев назад лечить таких пациентов было труднее. Сегодня в обновленной клинике он может делать все быстрее и эффективнее. Раньше была здесь одна операционная, по крайней мере, с одним столом. Довольно-таки неудобная. Сейчас в данном случае появилась... скажем, две операционных, одна у нас общая идет, одна, и это вот фактически, скажем так, для, ну, и общих, естественно, операций, ну, и конкретно для моих офтальмологических операций, это уже отдельно, потому что здесь оборудование и освещение, все. После реконструкции и диагностика, и консультация, и операции проводятся в одном здании. Это удобно и для владельцев животных, и для врачей. Четырехногих пациентов здесь лечат по высшему разряду. Все операционные столы, лампы, инструменты, значит, приборы, которые требуются для офтальмологии, это все новое. Вы видели, там у нас анализаторы различные, крови, мочи, то есть это все новое. Но это не все еще. То, что здесь мы запланировали, в этом году мы, ну, не в этом году, в следующем год мы поставим еще рентгенский аппарат здесь современный. Для них все как для людей, потому что и болезни часто похожи на человеческие. После реконструкции в клинике расширился перечень лечебных услуг. На обновленном оборудовании ветврачи могут провести УЗИ-диагностику и выполнить экспресс-анализ крови. А главное, все бесплатно. Клиника государственная, и все оборудование приобрели на бюджетные средства. Теперь, говорят чиновники, лечебница становится хорошей альтернативой частным клиникам. Мы с каждым годом будем реконструировать по одной ветлечебнице. Это уже вторая ветеринарная лечебница. Первая находится непосредственно, она относится к Саратовскому району. И мы в прошлом году также ее открывали. Это было, наверное, принципиально именно для управления ветеринарией области. Следующий по счету реконструкцию ждет ветеринарная лечебница в районе Сенного рынка. Ее полностью обновят в 2015 году. Елена Губенкова, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.